Здоров всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я буду всем отвечать только да на любые их вопросы. Если меня попросит любой рандомный подписчик в сообщениях продать АВМ Трэш Хантер, я его продам. Пожелайте мне удачи и обязательно прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, поехали! И да, ребята, на это видео я потратил очень много голды, поэтому я прямо сейчас жду, чтобы ты поставил лайк и подписался и написал любой комментарий, в чем суть видео. Любой подписчик, который у меня, что бы он ни попросил, я на все буду отвечать да. То есть, если прямо сейчас эти два парня у меня что-то попросят, я буду вынужден им сказать да. Плюс... Ну что же, а теперь я перехожу в личное сообщение, и мы посмотрим, что же меня просят именно там. Парень пишет: 300 голды, Frost Warm с наклейкой, жду Кентпока топ. Давайте напишем, статрек или нет? Да хоть какой статрек, вряд ли статрек. Короче, прямо сейчас мы порадуем этого парня, потому что я сегодня всем отвечаю да. Парень решил у Кента немножко просить голды. Ну, конечно, Кенту жалко, но, ребят, ну, для подписчиков не жалко. Потому что G22, Frost Warm. И мы прямо сейчас долистаем до 300 голды. И там найдем его аватарку с наклейкой. И дадим 300 голды. Я отвечаю, парень будет просто в шоке, потому что он такого явно не ожидал. Ну, а чё, я сегодня всем отвечаю да. Мне еще повезло, что он просил мало голды. У меня чуть, ребятки, проблема. Я долистал до 300 голды, но никак не вижу его аватарку. Братик, ты где? Я понял, что у него аватарка. Там написан его ник, но я что-то тут ничего не вижу, посмотрите сами, это просто трындец. Наконец он перевыставил скин, пишет: аватарка черно-белая, одна наклейка, логотип, буква НЕ. Хорошо, давайте искать, надеюсь, найду еще побыстрее. О, ребятки, наконец-то я его нашел, вот аватарочка, все, братик. Да, я хочу тебе сделать подарок. Минус 300 голды. Ну что, Бонзай, что там у меня просил, рассказывай. Можешь, пожалуйста, добавить клан? Конечно могу, ты еще спрашиваешь, братик, давай, опа. Серьезно, блин, спасибо огромное, ты лучший, Кент. Давай, брат, ты тоже ничего так. Вот так вот мы плюс одного подписчика добавили в клан, просто благодаря этому крутому челленджу. Так, мне еще повезло, что никто не попросил ничего жесткого. И вот, как мы видим, парень очень сильно меня поблагодарил. Но прямо сейчас, ребята, вы будете в шоке, потому что это видео реально не постаново. Мне парень написал: а слабо слики рапит за 003 или бот? Это просто трындец, почему я кликнул именно на это сообщение? Ну, в итоге мне ему пришлось написать изи. Да, ребята, прямо сейчас Кента пока сольет керамбит за 003. Как же это дорого. Ладно, погнали, давайте еще выберем самый дешевый керамбит, потому что, ребят, ну уж меня извините, но, блин, ну я-то бедный парень, блин, керамбит очень дорого стоит. Повезло, что у тебя бы не керамбит голд написал. Так, давайте мы сольем керамбит Cold Flame. Я прям сейчас его ставлю на закуп, и как только мне его сливают, то я сразу сходу продаю этот керамбит за 003. Ну что же, мне пришло новое сообщение. Кубот, годуэль на 100 голды. Давайте ему напишу: гоу. Он еще, наверное, охренеет. Напишу: ты же не кидок? Сейчас, короче, сыграем дуэлечку на 100 голды. Ты же не кидок? Мне вот интересно, какой ранг у этого парня, потому что он что-то обзывает меня ботом. Просто интересно, что он себе позволяет. Так у него еще нифига себе ранг чемпион. Гул 4, лучший ранг мастера. В втором сезоне элита. В первом сезоне вообще легенда. Короче, ребята, мне будет очень-очень жестко. Я приглашаю в лобби. Ну а пока этот подписчик принимает мое приглашение в лобби, мне написал еще один подписчик: дай голды! Я бомж, давайте спросим, сколько тебе надо? Я вот, ребятки, немножко полистал сообщение, тут парниша пишет: Кент, и топ, можно в клан, пыжи. Блин, ну таких людей никогда в жизни не хотел бы принимать, но сегодня я всем говорю да, поэтому да, можно. Блин, просто трындец! Прямо сейчас приглашаю в клан. Это жесть. И приглашаю этого парня в клан. Братик, тебе тоже очень сильно повезло. Так, ну а пока предыдущий парниша, который приглашал лобби, мне отвечал, мне написал еще лакшери: го, дуэль на 100 голды. Напишу: го. 5 минут later. Вот мы, ребятки, в режиме союзники. Я не понимаю, зачем парень хотел дуэль на 100 голды, если у него такие дорогие скины, братуха. Ты, блин, сумасшедший. Знаете, что мне кажется? Мне кажется, он в лобби услышал то, что я выполняю задание подписчиков, и решил тоже мне дать свое задание. Какой хитрожопый лакшери, братик. Ну, елки-палки, не делай так.
Ну ладно, ребят, играем, играем. Надеюсь, я выиграю, но парниша играет явно неплохо, потому что, кажись, я с ним играл на стримах, он прям очень жесткий задрот. Да начнется битва двух титанов. Погнали, ребятки, пожелайте мне удачи, потому что мы прямо сейчас начинаем нашу зарубу. Счет по нулям. Я очень надеюсь, что мне повезет. Так, ну че, братик, здорово, давай, надеюсь, ты пойдешь в первый раунд талонг, и я тебе выпишу хедшотик. Ой, мимо, 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 братик, не повезло. Ух ты, блин. Ничего себе, он кипер. Я-то думал, это обычный нуб, а он реально играет очень-очень хорошо, ребят. Первый раунд за мной. Во втором раунде мы берем, конечно же, М16, берем бронежилет и вперед в атаку. 1-0, нормально. Все-таки, ребят, ну дуэль, как не говори, на 100 голды тут-то проигрывать нежелательно. Но, честно говоря, ребятки, я очень люблю своих подписчиков, поэтому даже если я выиграю, 100 голды можно будет вам подарить. Вообще без проблем. Так, тут его нема. Ух ты, он там, он там, он там, он там, он там, он там. Жестко, жестко. Пущены! Нормально, 2-0. Лакшери, братик, откисай, откисай, откисай. Сегодня не твой день. Опа! Лакшери, родненький. А он-то по-любому играет с айпада. А он по-любому-то слышит мои шаги. А, ты тут, да? Я понял. Ты тут или не тут? А ну-ка! Нема, 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 нема. Топай, топай, топай. Братик, ну не надо так жестко топать, ну зачем? Сейчас же хедшотик получишь. Ого! Ого! Так, кто там у нас на лонгу? Ну, братик, ну высунься, высунься. Ну, пожалуйста, выйди на лонг, выйди на лонг. Давай, давай, давай! Ой, хорошо, ой, хорошо. Его уже нет. Просто его уже нет. У него по-любому лоу хп. Братик, 3-1. Ха-ха-ха! Ой, хорошо, так как люблю побеждать, понимаете? Да, я рожден, чтобы побеждать. Так, а на АВМ мне не хватает. Я бы сейчас АВМ ТХ взял бы, он бы просто офигел. Братик! Привет, не ожидал, но если честно, я тоже не ожидал, чисто так на реакции среагировал, ну сами понимаете, ребят, киберспорт, моя жизнь, 4-1, ха-ха. Сейчас мы кому-то в спинку-то зайдем. Услышал мои шаги, как думаете? Братан, ты это, на будущее иногда назад ты смотри, потому что, ну, противники могут тебя обойти. А, он еще был с дробашом, ой, блин, пацаны, 5-1, вообще ништяк. Так, смотри, что берем? Берем все хаешечки, все флешечки и, самое главное, берем АВМ. Так, я не понял, а че мой АВМ-то без скина? Я, наверное, на рынке поставил на продажу. Ну, ладно, ладно, погнали. Давай, 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 просто одно меткое попадание и его нет. Давай. Одним патроном! Сразу хедшотик! Ты чё, чувак? 5 minutes later. Ну чё, ребятки, возможно, решающий раунд. Но я надеюсь, что нет. Но походу да. 8-6, Кент пока проиграл. Но ничего страшного, потому что я все равно хотел проиграть. Я специально хотел этому парню дать немножко голдишки. Но, братишка, тебе повезло. Выставляй любой скин за 100 голды. Выставляй статрек за 100 г. Все. Давай, дружище, тебе очень сильно повезло. Блин, и самое странное, он пишет: братик, я тебе скажу так, оставь себе, не нуждаюсь в голде, удачи. Он просто по приколу написал и охренел то, что я сыграл с ним дуэль. Ха-ха. Окей, братик, тебе тоже удачи, увидишься в видео. Ну что же, мониторим дальше мои личные сообщения. Парень пишет: ты чё, реал ответил? Я просто так проверял тебя, кстати, можно в ДР. Так, давайте его добавляю в друзья. Смотрите, 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 пишет: кентуха, дай голды, я бомж. Я пишу, сколько тебе надо, он пишет: еще реал ответил, не надо, я просто так проверял тебя, добавь в друзья. Конечно, добавим в друзья, потому что я сегодня всем говорю да. Но ему еще не голды тебе дать. Читаем следующую мою переписку. Привет, можешь дать голды? Привет, да могу, сколько тебе надо? Да ну, СПС-кент, ты настоящий? Реально дам, сколько надо. Окей, ща подожди. Ну чё, ждем, парень, тебя ждем. Так, М4, демон за 15 голды ровно. Давайте я ему напишу: выставляй любой статрек за 150 голды. Ну, я хочу дать парню ровно в 10 раз больше, чем он у меня попросил, потому что он реально попросил очень скромную сумму, всего лишь 15 голды. Я считаю, что надо помогать. Блин, он смешной, он говорит: год ты этот скин купишь за 5 голды, а потом я куплю эпик, выставлю эпик за 15 голды, а потом куплю статрек. Чё ты, это сложно как-то? Братан, давай так, кто-то с подписчиком, пацаны, я очень сильно прошу, купите у него за 5 голды эмочку, а потом я ему дам 150 голды, потому что у меня сейчас просто нет времени листать на миллиард скинов. Пожалуйста, спасите, выручите меня. Я очень сильно на вас надеюсь. Ты что, видео снимаешь? Ну да, видосик снимаю. А про что? Да там, короче, отвечай только да, выполняй челлендж от моих подписчиков. Открой 5 Empire Kingdom.
Все. Понял? Я тебя понял, братан, ты так быстро среагировал. Окей, иду открывать. Я с лобби вышел, ты что разговариваете? Дай мне видео снять, дайте. Ага, окей, да, мы молчим. Ну, как-то замьютесь, не знаю, почему, я не знаю. Как вообще меня слышали? Это трындец какой-то. Трубы микро, пожай. Да как? Я с лобби вышел, как я вас слышу, это трындец. Как вы можете увидеть, я уже все купил, я уже максимально готов. Поехали открывать. Вдруг мне сейчас выпадут перчаточки, это просто будет самый любимый челлендж в мире. Но это, конечно, вряд ли. Так, ну что, статрек, эпик, это очень хорошее начало, поехали дальше. А вдруг сейчас будет легендарка, статрек, а потом аркана статрек, я просто буду в шоке. Так, выпадает эпик, еще один, так, я, конечно, все понимаю, ну кажись, эпиков хватит, все. Эпики мне повыпадали, теперь давайте легендарки и арканы. Так, обратно же мне падает тег 9 тропик, понял, принял, окей. Давайте, пожалуйста, хочу аркану, хочу аркану! Так, рарка, я пол. Моя любимая рарка. Ну куда ж без них? Открываем последний Empire кейсичек. И мне выпадает обратно P350. О, не зато статрек. Привет, ты бы не мог мне помочь и дать всего лишь 25 голды? Напишу, конечно могу. Выставляй статрек. Опять еще одному парню очень сильно повезло. Не понимаю, почему все просят или голду, или дуэль. Больше ничего. Так, давайте примем приглашение в лобби. Кем ты здесь? Да-да-да, брат, я тут что, тебе голда нужна? Да нет, у меня есть голда. А зачем ты написал дай 25 голды? Уже не надо, я себе нож куплю. Я пол, братик. Короче, ребятки, вот как вышло видео, обязательно прямо сейчас прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал, потому что на 3000 лайков я снимаю продолжение. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.